Смотри. Какой у тебя коварный план. Опа, смотрите, попадают? Опа-па. О, во-во-во-во-во, вниз. Блин, жесть. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Черное Жерло, Гусь Санек, Куёка, Итачи, Фуфлик, Фриз, Мерси. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Селестина очень вкусная. Здравствуйте. А я как жизни... леди. Мясо жизни в ананасах. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика. Мы будем убегать от табунг с низкой гравитацией. Всем очень нравится эта рубрика, поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, включаем мы искусственный интеллект. Погнали. Кстати, на меня даже никто сразу не загорелся. Сразу видно, что я их поставил, поэтому они меня не убивают. Смотрите. Пока. Опа, первый ушел, отлично. Смотрите, все мимо. Понятно. А, я, кстати, не шевелюсь, наверное, поэтому они меня и не мочат. Да. Дима, опять ты со своими читами? Не, я не читерю. Специально же будет возле меня бега, да, чтобы меня убил? Нет, никто меня не трогает. Так, я буду еще ставить. Так, смотрите, смотрите, мимо, не убьет меня, да? Видите? Отлично, ребята. Дима, буду так всю серию выживать. Да-да-да, все четко. Мы тут вокруг тебя будем забеги устраивать. Эй, не трогай меня. Оп. Так, будем ставить еще. Мне мало. О, давайте черного поставлю, он очень быстрый. Смотрите, не трогает. Не трогай. А что ты возле меня стоишь? Черное жерло. Ну не трогайте меня. Ну блин, они мне специально. Из-за того, что низкая гравитация, так по воде прикольно покатился. Ребята, не забываем прямо сейчас поставить лайкосик и подписаться на канал. Каждый лайк добавляет плюс один к настроению. Давайте посмотрим, сколько людей нравятся мои ролики. И сколько вы хотите нам добавить настроения. И кто хочет с нами записываться, заходите в наш Дискорд. Отлично. Блин, ну классно, да, с низкой гравитацией выживать? Прикольно очень. Да. Можно перепрыгивать их. Смотрите, вот он бежит до меня, я беру и перепрыгиваю его. Делаю сальтуху. Смотрите, где я лечу, пацаны. Вот это веселье! Красиво. Это я летаю, это у меня бунга подкинула чуть ли не до выше небоскреба. Так. Ребята, досмотрите до конца, потому что в конце будет 100 абунг. Дима, не надо. Надо, надо, я хочу много абунг. Так, пошел, пошел, буду спрыгивать. Смотрите, он ко мне не идет. Видите? Не идет он ко мне. Это очень... Ого! Вот это вы улетаете после того, как он мочит. Нет! Нет! Отлично! Слышь ты! Я тебя буду бить, если ты... Ай! Блин, да он меня не сразу убил. Но он меня поцеловал. Перед смертью чмок сделал. Он, кстати, ох, как хотят там убить. Дима, он хотел от тебя отойти, короче, но я тебя подтолкнул. Ты молодец. Ставь еще. Наоборот. Ставь еще. Еще ставить? Ну, конечно, конечно. Давайте. Так, давайте для начала посмотрим, сколько нас. У нас стоит 50 NPC. Давайте сразу увеличим на 103. Так. Ставим, ставим, ставим. Погнали. Раз. Конь. Давайте вот этих разных, которые мы редко ставим. Ах ты, зараза, буду лететь и ставить. Дядя Дима, не надо. А, кстати, когда я был мертв, они не ставились. Это очень странно. Чё? А не все спавнятся. Я могу только ставить, когда живой. Так, ну что, будем постараемся выживать. Давайте, кто сейчас умрет, тот лох. Нет. Все, погнали, погнали, смотрим. Не зади меня, не хочу быть лохом. Так, Куёка, ты, может, будешь? Может. О, их там толпа, это просто жесть. Чё они все за мной? Вы чё, дураки, что ли? Отвалите! Эй, толпа абунг за мной. Смотрите, сколько их за мной бежит. Чё вы все за мной? Вы чё, гоните? Отвалите! Они попадают! Я не блин, я первый умер! Нет, нет, второй. А, я специально, видите, тоже заметили. Бух, красиво! Спиной ляпнулся. Офигенно, с низкой гравитацией выживали. Все, не двигаюсь, смотрите. Видите, уже их пофиксили. Раньше, когда вы появлялись и не двигались, они вас не убивали. А сейчас убиваю. Кстати, этот мод, ребята, сегодня обновили, потому что он удалился с коллекции, пришлось заново его скачивать. Да, я это было полный пипец. Так, осторожно. Так, не трогайте меня, не толкайте, я же хочу выживать. Я тебя спас, Дима, ты не понимаешь. Каким образом ты меня спас? Ты что, мне по голове дал 20 хп отнял? Спасибо тебе большое.
Не на что обращать. Так, что еще ставить, пацаны? Да, да, да. Вообще мало, ни о чем. Смотрите на небо. Фиока, умри. Аллилуйя. Вот это жесть. Ребята, уже штук 50 поставил точно. Они обходят мимо меня. Может, все-таки работает эта штука? Да вы задрали на хворошку. Йока, это ты огурец вонючий? Да. Я буду тебя бить. Ты понимаешь, я буду тебя очень сильно бить. Слушай, у меня тут друзья появились, Дим. Еще не раз. Трогай, не трогайте. А, дали. Да. Отлично, отлично, ребята, слушай. Выживаем. Рядом. И не убил. Дим, друзья появились, смотри, какая толпа. Отвали, отвали, Куёко. Ай-яй-яй. Как тебе мои друзья, Дим? А твои друзья, они мне не нравятся, если честно. Довольно такие неплохие. Согласен. Ого, что у тебя с глазами? Эй, хватит меня бить, я сейчас умру. Отвалите! На! Ох ты, блин, да мы же должны в команде держаться, не убивать друг друга, вы чё? Ой, Куёка, извини, я хотел... Ой, Куёка, извини. Ой, Дим, привет. Отвали, я с тобой не дружу. На! Так-так, сейчас только они будут ко мне подбегать, я сразу валю. Да как он меня убил? Откуда он взял? На раз под низу меня убил. О, я живой, я живой. Не надо. На, не мешайте мне. Я знаю, кто хочет меня ударить. Я буду тоже стрелять по вам стрелами. Не, нельзя. Я буду... На. Красиво, ребята. Сразу видно, поставили лайкосик. Так, нормально. Пошел я выживать, я их не боюсь. Ну давай, иди ко мне! Что вы, щенки, мне сделаете? Что? А? Смотрите, я не могу догнать. Вообще слабые, очень слабые, да? И прыгает, как я. Ты что повторяешь? Понял! Короче, ты стоял за Димой, а Дима в этот момент отошел, и я тебя нечаянно убил. У меня был коварный план. Смотри. Какой у тебя коварный план? Опа, смотрите, попадают? Опа-па! О, во-во-во-во-во! Вниз! Блин, жесть! Хорошо, ставим еще, пацаны, красномордых. Ой, Дим. Уже штук 80 поставил, ребятушки. Лунговый дождь. Дима, можешь удалить несколько мне пин? Нет, нет, ни в коем случае нельзя. У кого маленький пинг? Слабый. У того слабый. Ух ты, что из-под воды вылетел? Вот это я сальтухи кручу. Сейчас еще красиво ляпнусь. Ах ты что? Вот это их жесть у нас. Ай! Да дайте возродиться, заразы. Валите, валите. Куёка молодец. Ой, я помню, можно с помощью базуки подлетать высоко. Во, смотрите, как я подлетел. Отлично, отлично, отлично. Отвали, отвали. Хорошо, что они не спрыгивают. А нет, они спрыгивают. Так, вот этот красный за мной прям жестко охотится. Ух, я их перепрыгнул, 1000 штук в секунду. Телепортировался черный, я видел. Так, подо мной, подо мной. Отвали. Блин, они жестко, когда под водой. Я медленно плаваю по сравнению с ними. Вот это их на карте. Вот это прикол. Не совсем офигели. А вообще, чокнутые какие-то. Надо их вообще с дробовиков мочить. А они не убиваются. Я летал. А пофиг, все равно. Классно сделали, если бы у них жизни, да, было, пацаны? Да, миллиард хотя бы. Да не, хотя бы там, не знаю, ну 100 тысяч могли сделать там. Мы могли бы повоевать. Так никак не повоевать. Будем чисто убегать. Опа, прыжок. Контролом. Ух, успел. Все, Дим, я на тебя охоту открыл. Ты дурак, что ли? Все, я... Не убивай меня, я тебе хлеба дам. Отлетало. Ух ты, кто-то рядом стреляет стрелами. Нифига, я летал. Тут оружие использую читерское, быстро бегать. Ребята, ну давайте не по-честному. Давайте по-честному. Дим, как тебе охота? А, ну, такая охота у тебя фуфлыжная, мне не нравится твоя охота. Ух, там толпа! Помогите! Залетел жестко. Интересно, на карте есть такое место, где они могут не достать? Дурак, что ли? Кто на мече летает, смотри. Кто на мече летает? Кого забанить? Куёка? Да. Ты чё по мне стреляешь? Охота. Со мной 40 штук бегут. Что Ой, за? Есть, пригвоздил! Из-за того, что гравитация слабо, он пригвоздился. Это было эпично! У-ху-ху! Тут их
много. Отвалите, бунги. За мной полсер. Вот это жесть, их сколько. Хуёк, а красиво я тебя пригвоздил? Да. Я старался. Все, они отстали от меня. Смотрите, как прям хорошо я жестко выживаю. Блин, хуёк, я могу застрелить. Ай! Ой-ой-ой, красиво! Куек, так кто ж на кого охотится? Ты на меня или я на тебя? Какие коктейль Молотова? А? Какие коктейль Молотова? Не надо вам пить коктейль. Вот бы попасть, да, вот так, ребятушки, навесиком, по красоте. Вот эти стрелы там попадают? Куёка? Нет. А! Ой, убили. Красиво, красиво. Так, ну что, это значит, у нас сегодня будет даже больше 100 штук. 103 будет обунги. Да, всего 3. Ух, там толпа какая. А кто там прилетает на мечи, ребята? Мы же договаривали, что нельзя. Да эй, все, баним его. Еще и тачим, баним, он это, на... Ага, нельзя. Ух ты, что, стрела возле головы прилетела. Ну, куёк, ну, пожалуйста, ну не убивай меня. Так интересно, Дима. Это какое интересно, мне не нравятся твои интересы. А, он рядом. Смотрите, не может догнать, если быстрым бегом бежать. Я не может догнать. Вот она, а, нет, может, может, может. Ух ты, спасибо. Ожидай, да ты чмо. Ожидай, у тебя дроп будет в животе. Давайте все на куёка нападем. Да не, куёка я буду убивать. Вдвоем. Вдвоем эффективнее. Не, надо. Куёка, ну что? О, отлично, куёка и так сдулся. Ему отомстили мои кентафурики по имени Абунбокс. Ну что, пацаны, добавлять еще? Да, да, конечно. Сейчас, давайте я взлечу повыше, чтобы они меня не убивали. Твои кенты хотят тебя убить. Так, давайте стандартных Абунг. А вот, Абунга обыкновенный. О, давай. Ого, они прыгают. Убил! Куяка! Ну, куёку! Ну я же тебе... Сейчас, все, ребята, ставлю до упора. Ой, у меня лагает. Лагает у меня. Все, штук 90 стоит. У меня лагает. Давайте поубавим их. У меня не лагает. У меня подлагивает немножечко. Нет. Все, охотимся на куёк. Куёка. На. Вот это ты красиво улетел. Рактолы тут вообще круто. Раньше 100 штук ставил, не лагало. Сейчас что-то лагает. А они это переделались, видимо, начали вот. Наверное, да. Или потому что на карте взрывы, горит огонь. Да, может. И всякое такое. А все это из-за куёку. И все это куёк. Да. Куёк, она тебе еще раз. Вонючий огурец. Получай, куёка, так тебе. Ой, Абунга там в здании трется. На! Ну что, давай! А че ты там стреляешь? Эй! Эй! Так. Вот это толпа! А как я выживу? Я в углу. Я в углу, я в углу. А, ну ладно. Ой-ой-ой-ой, пацаны, не взрывайте ничего такого мощного, у меня подлагивает. Я сказал, я же на спавнении. Дайте хотя бы отбежать. Да это жесть! Вот это они там среди как атакуют. Ой, меня окружили, Дима. Фух, я убежал. Это пингвой, это не лагает, скорее всего. Ну ты че? Куёк, я не могу по тебе попасть, что это такое? О, вот это куёка хотят все убить. Вот это, ну что у нас тут веселье? Ну все, охотники. У меня 600 пинг. Ой, привет. А где мой арбалетус? Да за что? Ну мы ж не воюем между собой. Давайте только с арбалетом. Я сейчас возьму админский пистолет, например. Давай, бери. А ну давайте я попробую с админским. Нет, куёк, это же нечестно. Ну, ух ты! Можно. Я просто попробую. Нельзя. Пробовать нельзя. Ай! Ой, попробовал. Ой, попробовал. Это война. Я хватит, я буду всех обстрелять. На! Все, пацаны, я заныкался, меня никто не убьет. Я очень хороший нычки. Ладно, я пошутил, я не в хорошей нычке. Дима, я. Может, они за мной? Эй, за мной! Да хорошо, я ему специально подался. Не, давайте с арба. Если давайте войну на арбалетах. Да! Будем вышивать в табунке и еще стреляться. Да, жестко. Ой, попал это красиво. Арбалеты, они просто не лагающие. И, кстати, с них очень тяжело попадать. В этом есть прикол. Ух ты! Вот это класс, когда их очень... Кстати, перестало лагать, когда вы ничего не взрываете. Вот это стена из-за бунку. О, ребята, смотрите, какое количество их. Че они все за мной? Вы что, сговорились, что ли? Куёха, отвали. Не надо взрывать ничего, они не убивают.
Люди, вы наблюдаете. Ой, гречка пошли. Там куёк они-то в толпе. Я по мне стрят, я по нему. Куёк, читер. Умри, куёк. Не попал? Не попал, да что ж такое? На, да хорош, ну хлопцы, ну. Ну-ка в стену улетит что-то. Слушай, Дима, ой, красиво. Есть волшебное оружие. Ну что говоришь? У меня есть какое-то волшебное оружие. Нет, у тебя нет волшебного оружия. Что-то как-то называется монеточка. Не, ну монетка не, это же не честно наполовину. Наполовину честно. Так, фриз, я сейчас тебя буду фризить. Я сейчас мой приглаждатель. Дима! Я тебя тоже возьму. А вы что гоните? Мы же вроде как бы дружить должны. Ну что, Дима, не закончился. Ты да хорош. Я тебя тамщу. Я за бункер. Пригвоздили. А где ты? А бунги разгвоздили меня. А. Если тут ты летаешь. Ой, ой. Ай, я об стенку ударился. Нет, а бунка, нет, пощади. Подстрачник дебилы дал. Так, Дима, ты куда у нас ушел? Я бегаю. Кто же тут был? Это что, мировая война? Да. Да. О, говорите, мировая война? Да. Война, да. Каждый сам за себя. Дима, я прилег полежать. Все это да? Началось с Куёку. Куёк, это ты во все виноват. Да, в войне я ты виноват. Сейчас взорву ядерку. Нет, не надо, я вылетит, скорее всего, вылетит. Это ядерная война уже. Паним Куёка, все. Это уже не мировая, а ядерная война. Да и Тачи, ну блин, за что? Я вам так сил за тебя. Куёка, там посмотри на небо, Куёка, посмотри над головой у себя, что у тебя летит? Чего эти? Красиво, на! Вот это жесть! Так, значит, да, Дима. А что ты хотел, а ты как делаешь? Я войну объявляю. Нет, дайте вам, пацаны, я вам хлеба скинул там. Давайте против Куёку, он просто... Там будет мега взрыв. Всё! Буу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 u Я бегу, я все, я спрыгнул с крыши, то я случайно пару раз только. Больше не будет. Смотри, что сверху падает, Дим. Не, ничего не вижу. Я вижу, как ты умираешь. Вот это я вижу. Смотри наверх. Я ловлю. Анима там ничего не вижу я. Я ловлю. Я не смотрю. Не за мной. Удалите бомбу. А где она? Летает. Вот летает. А где она летает? Где вы ее видите? Дима, бей, Куёк! Куёк обгонит дурочку. Куёк вообще, блин, объявился. Я объявил вам ядерную войну. Да какая ядерка? Вылетит Гарри Смот. Ну не надо ядерку. На! Блин. Бесишь, реально. У всех жопы горят. Это жесть. Мы тут с обунками воюем, еще и между собой. Вообще сумасшедшие, что ли? Дима, я тоже заставлю сильно. Так. Дима. Ой. Тут каждый сам за себя. Я немножечко удалил, чтоб не лагало. Да, Дим. Слушай, я сейчас... Ай-яй-яй, что-то взорвалось. Это бомба. Ого, я на краю карты, в углу прям. О, карта такая сверху не такая же-то и большая. Не, пацаны, это все фигня. Я тебя поймаю. Куёка, ты меня очень сильно... Ты меня разочаровал. Разочаровал? На, лови. На. Ой, это ядерная. Попей. Удалите ядерную. Да это не ядерная, это мега ядерная. Да это маленькая бомбочка. Это маленькая бомбочка? Ха-ха-ха, завис Гарри Смот. Он вылетел. Ребята, Гарри Смот, как всегда, у нас краснулся. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.